Я как примар, что, значит, вы поддержали идею, потому что примария была инициатором вот этого проекта, инициатором создания вот этого сегодняшнего проведения этого совещания, и что вы не безразличны, что вы вместе с нами. Я не могу быть против вашего мнения, потому что когда я баллотировалась как примар, одним из пунктов моей программы был ремонт стадиона. И параллельно с другими, где был и дом культуры, и школа, и садик, и так далее. Значит, за 2 года, сколько уже прошло с периода выборов, кое-что мы сделали в школе, уже директор лицея сегодня сказала, кое-что мы сделали в садике, конечно, есть еще проблемы, но учитывая такой большой интерес жителей села, а вы представляете большую группу людей, которые здесь представляют, значит, мы должны, наверное, больше склониться к интересу ремонта и восстановления стадиона. Хотя... Очень хочу прислушаться к мнению нашей общественности, когда очень правильно назвала те проблемы, с которыми сталкивается примария ежедневно. Что касается той речки, которая идет мимо нашего, значит, стадиона. Аму мерже аша акция «Рыв курат де ласат ласат». И давайте мы вместе с вами, вот так как мы сегодня дружно объяснили вот эту ситуацию, давайте мы проведем работу с населением и в следующую субботу и школа. И взрослые, и младшие, выходим все и делаем, значит, приводим порядок курацим рыву фрумушика. Кярку рыву фрумушика си фрумоз. Потем свачем астафирбай. Потем свачем. Лаказа де культура кыт-дыкыт есть целоной курат, да, асты перспектива, да, но мя асташа кутриц, но и пуненды база проекту, ши пунен проекту уну ши алту проекту ла шединца консилю локал. Унис хуторешти, который проект будет, потому что сумму, которую должна выделять примария, и которую мы должны выделять для населения, которую должно выделять население, это мы должны решить на шединца консилиум локал. Поэтому в оба проекта, очень спасибо вам огромное за то, что вы их так прекрасно представили, они будут представлены консилиум локал, и уже окончательно там определяться, какой из проектов будет окончательный, чтобы остальную сумму примария могла выделить и собрать контрибуцию. Спасибо вам огромное за то активное участие, за то, что вы не провели безразличие, за то желание, чтобы наше село соответствовало своему названию Фрумушика. Почему вы не принимаете? Это можете не снимать.